Всем привет, ребята! Смайт, Лига 1 на 1. Сегодня я решил провести один эксперимент. И сыграть за Чака. Ну, в принципе, даже проигрыш я выложу. И не думаю, что бомбить у меня не будет, потому что я решил попробовать, как же он себя будет чувствовать с новым Хардсикером. Кто не читал патчноуты, то я вам объясню. Сейчас Хардсикер немножечко изменили, и он работает следующим образом. Он дает вам по-прежнему 10% скорости, что для Чака очень даже неплохо. Ну, плюс обувь. Обувь, естественно. Так, погодите, давайте мы хибо забаним. Я думаю, что... Стоп! Он скипает баны, мразота. Или я что-то не заметил. Стоп. Теперь баны по очереди в 3 на... Не понял. Или он скипал? Нет, он скипал. Дерьма кусок. Ну окей, может у меня и будет бомбить. Значит, 25%, 25 единиц урона, 10% скорости, 5 стаков по 3% скорости атаки. Что в принципе фигня, но пусть будет. И самое главное, когда у вас эти 5 стаков, когда вы юзаете обилку, вы получаете баф в 40 единиц силы. Вот это как раз и неплохо. Стоит он всего лишь 1800. То есть такой стартовый айтем, который я, возможно, заменю в конце на Stone Cutting Sword. Но вначале это должно затащить. И вот что я решил потестить. Так. Давайте что ли, лог ин. Ждем, кого выберет этот чувак. Чак, в принципе, неплохой персонаж. Но... Он лучше всего заходит, если собирать его в силу, то есть в обилки. Но проблема в том, что против большинства ОПшных его надо собирать в скорость, ну то есть в автоатаке. И это в целом это тоже неплохо, у него неплохая прогрессия автоатак, но просто на уровне с ОПшными персонажами Чак, собранный в автоатаке, хуже, чем кто-то другой. И поэтому он такой херовый, скажем так. Ну это какой-то парадокс. Он вроде и хороший, и херовый. Поэтому надо, чтобы противник попался. Окей. Нет слов. Я не знаю. Ладно, посмотрим. В принципе, если поймать его во время прыжка Купидона. Ну это не прыжок на самом деле. Во время Даша. То может... Ай, блин, не знаю, короче, ладно. Пофиг, это все равно тест. В общем, стартуем мы, естественно, с Булстоуна. Он, наверное, возьмет зелье. Я не буду брать зелье против Хантера, это глупо. К тому же у меня зачистка линии довольно-таки неплохая. Против Купидона мне понадобится спринт, если он настакает сердечко со станом, то есть стан и ульт. Я... смогу проконтрить своей ультой. Если сначала ульт, затем сердечко, я просто заюзаю спринт. Вот такой вот план. Берем сначала первый и второй скилл без хила. У нас есть зелье, чтобы прожить начальный урон. Пережить, точнее. Ты что, меня харасить? Мне кажется, он больше урона получил. О, да. Он не стартанул зелье. Замечательно. То есть я буду себя чувствовать довольно-таки свободно на линии. Что мне и нужно. А, я забыл. Нет же лука, да? Он не может стартануть. Ну, ладно. Вовремя. Еще бы одна секунда, и лучники бы его сожрали. Ух ты. Я не думал, что это попадет. Окей, круто. Все. До свидания. Нет? Нет? Серьезно? Я не буду юзать скилл. Я не дурак. Нет, нет, нет. Ой. Ой. Это было стыдно.
Я дам ему возможность, получается, остаться на линии. Обидно, да. Случайно нажал на мышку. Да, он остается. Беда. Если бы я его сейчас смог единицей продавать, то... Он бы ушел. Он был вынужден уйти. Был бы вынужден уйти. Теперь же я вынужден уйти. У него пока нет 5 уровня, так что можно не бояться. Но он может за бафом пойти. Это немножко неприятно. У меня нет пока что... Нужно подождать. Иначе я буду сильно проседать по всему. Неплохо так, кстати. Это выгоднее, чем обувь 2 уровня. Конечно, стоит дороже, но тем не менее выгоднее. Да. О, мое комбо уже чистит лучников. Замечательно. Он не стал пытаться забирать баф на урон. Мы настакаем нашу пассивочку. Отлично. Заберем мелких. У него есть трансценденс. Но движения пока что нет. Серьезно? Да, беда в том, что он хиляется. Это проблема явная. Да ладно, что ж так не прет-то? Снова? Снова не уверен. Ай. Обидно. Окей. Возвращаемся. О, very nice. Теперь затарюсь зельями, чтобы не слиться случайно от потери ХП, от проседания, точнее. Так, я думаю, успею. Ну-ну-ну-ну. Одного потерял. Но весь опыт у меня остался. Это самое главное. Такс, мы... Такс. Ну! Успею! Да ты издеваешься! О, как все плохо. Нет, не успею. Лучники не помогли мне. Вот это, конечно, отстой. Very nice. Непруха. Что-то как-то Хардсикер пока что меня не радует. Ну, в принципе, ладно, я сам виноват там. Стоило, наверное, просто свалить и не сражаться в той ситуации. Но я и правда надеялся, что комбо меня выручит. Единица и ульт. Но он просто автоатаками меня перебил. Тут уж ничего не поделать. Ждем. Серьезно, попал? No! It is not possible. Ладно. Все хуже и хуже теперь. В принципе, теперь скорость движения неплохой урон. Ох, но проседание. Почти в 1000. И один уровень. Нужно собирать защиту. Вся беда в том... Так, только не смей воровать у меня.
Your middle tower is under attack. Вся беда в том, что когда он соберет защиту, я не смогу его обилками нормально дамажить. Нужен хил. Отлично. Ульт меня спас. Это не совсем отлично, но хорошо, я хоть не сдох. Обида. Вот как активку потратил. Ладно. Это радует. Сейчас мы немножечко захилим. Ну, секунда. Отлично. Выжил. Не выжил. Вот дерьмо. It suits me. Your middle tower is under attack. Кажись, ко времени, когда я что-то более-менее нормальное соберу, у меня уже такое проседание будет, что я все равно не смогу ничего сделать. Вот, в принципе, сейчас этот момент, наверное, и наступил. Окей. Жизнь, он немножко переоценил свои силы. Небольшой подарок судьбы для меня, скажем так. Заберем линию. Хотя бы мелких. Мне нужен любой кач. Хотя бы мелких. Такс. Теперь собираем броулерс. Full КД вряд ли получится в данной ситуации, потому что мне еще защита нужна. От Transcendence придется отказаться, к сожалению. Он на БК пошел, блин. Быстро, быстро, быстро беги. Ай. Спринт, что ли? Отлично. Пойдем. Да, вышка его спасет. У него слишком много урона, чтобы я лез под вышку. Черт, Солитер этот мерзкий. No!
Остановил ему все сапоги. Нам нужно 300 голды. Наверное, вот так и сделаю. И тоже возьму Торнс. Все, его бык. Ничего меня больше не спасет. Обидно то, что по артефактам-то у меня превосходство. Правда, у него более дорогие. Блин. На БК все-таки побегу, может успею. А, он не чистит. Мне повезло. Хорошо. Ух ты, замечательно. Клинки. А, плюс баф на урон. Нужно ждать. Вау. Бесполезно. Нужна еще защита, да. Хардсикер, короче, нафиг не нужен. Хотя, может, просто... Чак слишком слаб. Какие я думал ранее. Как я и думал ранее. Но тут, правда, еще... Проблема в том, что я так много слил в начале. Блин. Попробую быка забрать. Здесь вот аккуратненько. Может, успею хоть немножечко кача лишнего. И золото тоже. Ух ты. А, у меня еще на кого. А, двойка. А так. Ладно. Испугался он, это хорошо. Это очень хорошо. Блин, фаталис, а вот это нехорошо. Последний сейчас соберет. Мне еще надо придумать, что собрать последний. И плюс хардсикер поменять на что-нибудь. 1600 хп у него. Я так понимаю, что баф на урон. Да, все уже. Отлично. Как же сильно надо обыгрывать самого хантера, который ничего не делает, просто автоатачит. Ну вот посмотрите. Просто подошел ближний бой своим фаталисом и все. Да, я проиграл уже. Да, ну что ж, вот такой вот эксперимент, к сожалению, неудачный. Всем спасибо за внимание. До встречи.